Глупая зима поет в своем новом клипе новой песни певица Кира Триш. Почему она так не любит зиму, узнаем у певицы лично. Сегодня она у нас в гостях. Доброе утро, рада вас видеть. Доброе утро. Доброе утро. Мороз и солнце, день чудесный, как известно у великого классика. А что ж вы так зиму-то не взлюбили, а? Глупая зима, почему? Ну, наверное, захотелось все-таки поближе смотреть эту пору года, но, наверное, с точки зрения человеческих таких чувств, ощущений, наверное, эмоций, немножечко очеловечила зиму, и она вдруг стала глупая, потому что она не понимает, что скоро она растает, от того, что все-таки у нас в конце расцветает весна в душах и вокруг. Кира, через буквально пару минут мы увидим премьеру клипа, вашего второго клипа на эту песню. Да. Расскажите, пожалуйста, где снимался клип, кто снимался в клипе, кто его снимал? Да, этот клип снимал Алексей Жгалкович. Все мы его знаем как победителя детского Евровидения. Вот. И он был автором сценария, значит, и вдохновителем на эту идею. Вот. В клипе снимались, кроме людей, были еще такие у нас животные, птицы и животные. Угу. Вот, это была сова и швейцарская овчарка Алси. Она белоснежная, исполняла роль полярного волка, справилась со своей задачей, выполняла все команды, добавила колорита зимнего. И я думаю, что смотрится она тоже достаточно так симпатично. Я вот смотрю на кадры со съемок, которые идут у вас за спиной. Помимо людей, был еще особенный чемпион мира по самбо, Степан Попов, правильно? Да, да. Как он попал к вам в клип, а? Этот персонаж, этот человек, этот герой к нам попал в результате очень долгого кастинга. Мы все никак не могли найти главного героя. Вот. И проводился кастинг в соцсетях, было очень много претендентов, но все-таки мы не могли найти того самого, чтобы вот именно совпало все, и внешность, и какая-то вот стилистически, чтобы было попадание на 100%. И когда я пришла уже на Минскую волну, и вот мы с Андреем Муриным объявили все-таки кастинг, сказали, что нашего героя ищет пожарный, ищет милиция, поэтому, пожалуйста, отзывайтесь, дорогие друзья. И, о чудо, нашелся. Он сам написал вам? Нет, ему сказала знакомая, услышала, вот, отозвалась, сориентировала, он у нас появился. И все сложилось? И все сложилось. Буквально вот мы договорились, и он сразу улетел на чемпионат. Вот, там он завоевал серебряную медаль, оттуда приехал с победы, и сразу на следующий день у нас начались съемки. Долго снимали? Нет, у нас в этот раз, в отличие от прошлого, прошлый клип мы снимали 4 съемочных дня. А тут? А здесь мы уложились в один день. В один день, здорово. Ничего себе, да. Быстро, но сложно. Хорошо, еще расскажите, а кто написал песню, самое же главное? Песню написала я. Вот. Да. Что вас вдохновило на написание этой песни? Песня у меня как бы так родилась еще в момент работы над первым клипом. Это была как бы такая реверанс прошлой зиме, потому что оно все-таки началось в этой зиме, а закончится этой практически весной уже. Вот. К весне дело идет все-таки. Но вот захотелось, наверное, немножечко... Просто прошлую зиму не хотелось отпускать, потому что хотелось больше раньше презентовать прошлый клип. И поэтому зимняя тематика несколько затянулась, но это не помешало написать интересную танцевальную песню, которая рассказывает о двух порах года, о двух душевных состояниях людей, вот, о зиме в душе и о том, от чего она может расцвести, растаять. Ну, мне кажется, на улице. Ведь сегодня 9 февраля, и в такой хороший зимний день премьера песни о зиме. Кира, у нас совсем не осталось времени. Мы вас благодарим за то, что вы именно к нам пришли с премьерой. И я очень надеюсь на то, что наши телезрители сейчас по достоинству оценят ваш клип. Мы вам желаем удачи и благодарим вас за то, что вы сегодня были с нами. Спасибо. И смотрим клип, конечно. Да, друзья, с вами прощаемся уже до следующей недели. Всего хорошего, до свидания. До свидания. Не так сильно, не так. Слышишь, я просто ушла бы. Я просто бы сделать смогла тише все наши запреты. И то, с кем я, и то, где ты, и так же смогла бы.
знаешь, но я еще помню.